Добрый день, меня зовут Роман, я директор по развитию компании «Аксумарин», и мы снова находимся в Абу-Даби на выставке «Навдекс». Компания «Аксумарин» занимается разработкой и строительством скоростных катеров бронированного типа. В этом году мы привезли 4 лодки, 2 из них новые, совершенно инновационные лодки. Это скоростной интерцептор, достигающий скорости 200 км в час, и полностью электрическую бронированную лодку.